Полицейские Кайтакского района вытащили двух местных жителей, упавших в обрыв. На окраине села Баршамай автомобиль ВАЗ-2110, в котором находились двое мужчин, сорвался с высоты 250 метров. Первыми на место происшествия приехали сотрудники МВД. Находясь на патруле в составе наряда, поступило сообщение о происшествии с дежурной части МВД по Кайтакскому району. Выехал на место, на окраине села Баршамай, в районе Вышки. Увидели машину, которая съехала в обрыв. Увидели пострадавшего одного пассажира. Второго еще не было видно. Оценили обстановку, спустились, искали водителя, который был. Я первый спустился, потому что другие уже спустились к пассажиру. Я искал водителя. Нашел водителя. Выяснилось, что водитель и пассажир пытались остановить внезапно покатившееся авто, однако не справились и упали вниз. Правоохранителям удалось добраться по крутому и опасному склону до пострадавших и вытащить их из обрыва. Саламу алейкум, Рамазан. Как ты? Как самочувствие? Все хорошо, брат. С вашей молитвой, тоже поможет. Восстановился так, баркаллах, от души. Как чувствуешь себя? Меня не болит? Болит, если честно. Болит? Все болит, пока.